еще к вопросу о характере собаки. Ну, если вы будете выбирать английского бульдога, должны знать, что, ну, наверное, это все индивидуально. Ой, мои сладкие, да. Но они такие впечатлительные. Но при этом зверь в них есть. Например, наша не переносит громких звуков, грохотов и прочее. Вот мы были у друзей на даче, и там имели удовольствие покататься на снегоходах. Ну вот наша на этот грохот реагирует примерно так. Смотрите видео. Все, что децибелов больше 55, это все громко.